Марина, и вся моя жизнь связана с творчеством и музыкой. Я вокалист. Я занимаюсь вокалом с 5 лет. Чтобы владеть этим искусством, нужно много трудиться. Также для вокалиста необходимо занятие сольфеджио. Каждый номер для меня мини-спектакль. Для его создания мне помогают занятия хореографии и актерского мастерства. Мне нравится участвовать в конкурсах, ведь там оценивают уровень мастерства и дают понять, к чему дальше нужно стремиться. А еще там я тренирую свой характер. Волнуешься? Нет. Вообще не волнуешься? Не очень. А вы волнуетесь? Я чуть-чуть. Ну что, как? Как ощущения? Что здесь происходит? Здесь происходит гала-концерт. Закулисье. Закулисье. Закулисье гала-концерт. Есть ли у меня мечта? Конечно, есть. Я хочу исполнить песню, специально написанную для меня.